Если вы думаете, что утром в городе Вашингтоне, просыпаясь, государственный чиновник Соединенных Штатов думает о том, как мне сделать что-нибудь хорошее для России, то вы, наверное, заблуждаетесь. Чаще думают скорее о том, как создать некие проблемы. И существует очень большое количество организаций, которые связаны с Государственным департаментом Соединенных Штатов, которые связаны со спецслужбами Соединенных Штатов, а там одних разведок 27, которые работают в глобальном масштабе с неправительственным сектором. Всего в Соединенных Штатах порядка 15 тысяч некоммерческих организаций, которые с подачи американского государства занимаются внешнеполитической деятельностью во всех уголках земного шара. Есть страны, которые интерес не представляют. Это страны-союзники или те страны, которые не играют никакой геополитической роли. Есть страны, которые представляют интерес, прежде всего те страны, где проводится политика, независимая от Соединенных Штатов. И там выстраиваются политические схемы, политические движения, которые достаточно активно меняют внутриполитический ландшафт таким образом, чтобы потом эта страна либо сменила режим, либо стала легкой мишенью для террористов, либо для того, чтобы там началась гражданская война.